Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chana Bala Bhakirit Bharadhari. Gopi Chana Bala Bhakirit Bharadhari. Yashoda Nandana Praja Janaranjana. Yashoda Nandana Praja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Haribo, 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 Nittai Gaur Haribo. Nittai Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Do you have Bhagavad Gita in your phone? So I'm going to read from Bhagavad Gita as it is, chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness, verse number 26. Будем читать Бхагавад Гиту, глава 13, Природа, наслаждающаяся и сознание, текст 26. Анье ту эвам агьянанта Shrutva Anyebhya Upasate Te Api Cha Atita Atitaranti Atitaranti Eva Mrityum Shruti Parayana Anye Tvaivam Agyanta Anye Tvaivam Agyananta Shrutanye Bhyo Pasate Shrutvanyebhyo pasate Tepi
ча та та ран ти ва Те пи ча та та ран ти ва Мритьям шрути параяна Мритьям шрути параяна Аньетваева макьянанта Шрутваньебьо упасате Тепи чати таранти ева Мритьям шрути параяна Аньетваева макьянанта Шрутваньебьо упасате Тепи чати таранти ева Мритьям шрути параяна Аньетваева макьянанта Шрутваньебьо упасате Тепи чати таранти ева Мритьям шрути параяна Okay, we'll just read the word meaning. Пословный перевод. Анье. Другие. Ту. Но. Эйвам. Так. Агьянанта. Не обладающие духовным знанием. Шрутва. Слушая. Аньебья. Других. Упасате Начинают поклоняться. Те Они Апи Также Ча И Атитаранти Превозмогают Эйва Безусловно Мритьям Смерть Шрути параяна. Склонные слушать. Yeah. Translation. Перевод. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смерти. И смертей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. Тогда он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение. Однако он должен отказаться от попыток постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о науке самоосознания,
то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господа. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, с верой внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу. Ом агьяна тимирандасья гьянанчана шалакая чакцурунмилитаньена тасмай шри гурве намаха Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупакадамайам Дадати Свападантикам Бандихам Шри Гуру Шри Ята Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатан Витам Там Сачевам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишаканитам Сча Хе Кришна Карна Синду Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванешвари Вришабанусуте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакаупатарубьясча Крипа Синду Баевача Патитанам паванебьо вайшнавибьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So recently I was teaching the Bhakti Shastri and we've covered this chapter and I was particularly inspired by this verse today. Недавно я обучал курс Бхакти Шастри и мы проходили как раз через эту главу и меня в особенности вдохновил этот стих. Right, in this 13th chapter, Lord Krishna was explaining about knowledge and the process of knowledge and the object of knowledge. В этой 13 главе Господь Кришна, Он объясняет знания, процесс знания, объект знания. Right, knowledge means to know the body and the soul and the difference between the two. Знание — это означает знать то, что есть тело, душа и то, что есть между ними разница. And to know that there's not just one soul in the body, but there are two souls. И также знать, что есть не одна душа в теле, а две души. And the process of knowledge was described beginning with amanitvam, adambitvam. It means humility, pridelessness. И процесс знания описывается то, что он начинается со смирения, с отсутствием гордости. And most important was pure unalloyed devotional service to Krishna. И самое важное это было чистое беспримесное преданное служение Кришне. By practicing devotional service, we automatically develop full knowledge. И за счет практики преданного служения мы автоматически развиваем полное целостное знание. And the object of knowledge is to realize the soul and the super self. Realize that we are a soul and that within the body there's a super soul. И объектом знания считается то, что мы должны осознать, что мы есть тело, и также то, что мы есть душа, и также в этом теле находится сверхдуша. So Lord Krishna was describing that, you know, if one can understand this knowledge, he doesn't have to take birth again. И Господь Кришна, Он объясняет то, что если человек, он познает это знание, то ему нет нужды рождаться вновь.
But then the next, we know that not everybody can understand this knowledge. It's not such an easy philosophy to understand. Мы, конечно, знаем то, что не все могут понять это знание. Это не самая простая философия для понимания. So Lord Krishna wondered, maybe you know, some people they need some other way. So he said, well, some can understand the super soul by meditation. И тогда Господь Кришна подумал то, что другим, возможно, нужен другой путь. Поэтому он сказал то, что некоторые могут постичь сверхдушу за счет медитации. Particularly at meditation, that's referring to the Astanga yoga process. В особенности это под медитацией подразумевается процесс Аштанга йоги. Described in the sixth chapter of Bhagavad Gita, how to practice Astanga yoga. Которая описывается в шестой главе Бхагавад Гиты, как практиковать Аштанга йогу. We see people do today, but they do the asanas. То, что мы видим сегодня, люди они делают асаны. Asanas is only the third limb of the eight stages of Astanga yoga. Асана является лишь третьей ступенью, третьей частью из восьми в процессе Аштанга йоги. And then the fourth stage is the pranayama, what Prabhupada calls the nose pressing yoga. Which? Nose pressing. И четвертая стадия – это пранаяма. Как Шрила Прабхупада говорил, это йога, в которой вы придавливаете ноздри. And then you go into the meditation. И затем погружаетесь в медитацию. So most people they never heard about. They never very rare people go into the meditation. И большинство людей они об этом даже не слышали. Редко кто погружается в медитацию. And of course, the first two limbs, the yam and niyam, the things you're supposed to do and the things you're not supposed to do, people just neglect that totally. И первые две ступени, яма и нияма, то есть те вещи, которые нужно делать и которые не нужно делать, люди полностью пренебрегают ими. One devotee was telling me recently, one devotee was, he's from South India and he teaches yoga. And he told me, he said, how in India they have introduced yoga as a degree course in the university now. И один преданный недавно, он сам с Южной Индии, он рассказывал мне то, что сейчас в Индии появился даже целый курс в университете, по которому можно пройти и получить диплом по йоге. So they had the yoga teacher come, and the yoga teacher in the beginning, he was telling them, you have to be vegetarian, you can't eat meat, fish and eggs. So all the students complained. They said, what? И то есть к ним вот приходит учитель по йоге и в самом начале говорит то, что вы все должны стать вегетарианцами, вы не должны есть рыбу, мясо, яйца. И ученики начинают жаловаться, да как же, это же невозможно. So the school told them, you can't teach like this to the students. The students won't come and study if you teach them like that. И тогда менеджеры школы сказали учителю, то, что ты не должен преподавать таким образом, в противном случае никто не будет в нашу школу, в университет приходить. And the man was coming. He was coming in his dhoti. He was coming like you know, dressed, you know, in the traditional way with a dhoti, and he had sikha, and he was telling the students, you know, this is yoga dress. И изначально учитель он приходил к ним в традиционной одежде, в дхоти с шикхой, и говорил то, что таково традиционное одеяние. So the students said, "What? We're not going to do this. Forget it. No way." А ученики ответили, забудь об этом, мы в это наряжаться не будем, совсем нет. So the students all complained, so the college told the teacher, you can't dress like this, you have to dress like everybody else, you have to wear pants, and you cannot have all these things, you can't expect our students to do this. И ученики пожаловались школе, университету, и тогда учителю было сказано то, что ты не можешь приходить одетым таким образом, не надо навязывать свои вещи. И одевайся теперь в штаны. So the result is now you have a lot of yoga teachers who all have degrees in yoga. They're all meat eaters and they're all sense gratifiers. И результат таков, то что сейчас огромное количество учителей йоги, у которых есть дипломы, и они все мясоеды и наслаждают свои чувства. And they're thinking they're the real yoga masters. И они думают, что они настоящие мастера йоги. So this is a degradation in the modern society. Такова деградация современного общества. Anyway, Krishna says some
people who do meditation, they go on to realize the super soul. И тем не менее Кришна говорит то, что некоторые люди, которые следуют медитации, со временем они осознают сверхдушу. But then there's another process. He said another process people could know about the super soul is they can know him through cultivation of knowledge. И затем Господь говорит то, что еще процесс, через который люди могут познать сверхдушу, это за счет культивации знания. Cultivation of knowledge is referring to the Sankhya Yoga system. Это подразумевается процесс Санхья йоги. Sankhya Yoga system, you know, Sankhya. If you study Lord Kapila's teachings there in Srimad Bhagavatam, that's our Sankhya Yoga. Если вы будете изучать учение Господа Капилы в Шримад Бхагаватам, то это и есть наша Санхья йога. But there's another Kapila who's an atheist. Но есть также другой Капила, который является атеистом. And he teaches also Sankhya Yoga. И он также преподает Санхья йогу. He teaches life comes from matter. Он преподает то, что жизнь исходит из материи. And so these people, this is what people think when you talk, tell, if you say Sankhya Yoga, they think, oh yeah, Kapila, and they go, yeah, Kapila. But they don't mean Devahuti Kapila, they mean this other Kapila who's a big rascal. И затем, когда вы говорите людям то, что вот Санхья йога, они говорят: "Да-да, от Капилы. Да-да". Но они не имеют в виду то, что это Капила, который был рождён от Девахути, они говорят про другого Капилу, который негодяй. Anyway, Sankhya Yoga is the process of knowledge by which we could come to understand the super soul. Так или иначе, Санхья йога это процесс знания, за счёт которого мы можем понять, постичь сверхдушу. Sankhya Yoga in the primary focus is on philosophy. The secondary focus of Sankhya is on meditation. В Санхья-йоге главное сосредоточиться на философии, и уже второстепенно является медитация. Right, you can read the third canto from chapter 25 to the end of the third canto, goes up to 32, 33. You can read Sankhya Yoga there. И в третьей песне Шримад-Бхагаватам с 25 главы по 32, 33 вы можете подробно прочитать про Санхья-йогу. And there's another process. Process is by working without fruitive result. Nishkam Karma Yoga. И также есть другой процесс, когда мы действуем не ради плодов. Это Нишкама Карма Йога. Right? Nishkam Karma Yoga means you perform your duty, you do your prescribed duty in a detached way. Это означает то, что мы исполняем свои обязанности без привязанности. Just like Krishna is telling Arjuna in the Bhagavad Gita, he wants Arjuna to do that. Как Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, он как раз хочет, чтобы Арджуна именно это и сделал. Arjuna was thinking he didn't want to fight, but Krishna tells him, no, said, I know you're going to fight because your nature is to fight. Арджуна не хотел сражаться, но нет, Кришна говорит ему то, что я знаю, то, что ты будешь сражаться, потому что твоя природа такова. Arjuna's nature is a kshatriya, and the kshatriyas they want to fight. They it's their prescribed duty to fight. Арджуна, он по природе кшатри, а природа кшатри такова, то, что им нравится сражаться, это их предписанная обязанность. You know, somebody challenges them, they can't refuse. Кто-то бросает им вызов, они не могут отказаться. But Krishna wants Arjuna to fight in Krishna consciousness. Но Кришна хочет, чтобы Арджуна сражался в сознании Кришны. Right. Arjuna is going to fight, but Krishna wants him to fight, but to fight without being attached to the result. Do it as an order of because Krishna wants him to do it. То есть Арджуна будет сражаться, но Кришна хочет, чтобы Арджуна сражался без привязанности к результатам, просто потому что Кришна хочет этого. That is Nishkam Karma Yoga. Это и есть Нишкама Карма Йога. Nishkam Karma Yoga is very close to Bhakti Yoga. Она очень близка с Бхакти Йогой. Nishkam Karma Yoga. All the thing Nishkam Karma Yoga, we're attached to the work. We want to work in a particular way. Единственное, в Нишкама Карма Йоге мы привязаны к деятельности, мы хотим действовать определенным образом. But Bhakti Yoga will do anything for Krishna. Но в Бхакти Йоге мы готовы сделать все для Кришны. In Nishkam Karma Yoga, we work and then we surrender the result.
Но в нишкама карма-йоге мы действуем, работаем и затем отдаем результат. But with bhakti-йога we surrender first, and then we work. Но в бхакти-йоге мы вначале предаемся и затем уже действуем. So Krishna is giving some alternative ways by which one can understand the super soul in the body. И таким образом Кришна, он дает различные альтернативы для того, чтобы мы могли понять душу и сверхдушу. Well, any other way? These three sound quite difficult. Not for everybody, not for ordinary people. Is there any other way? А еще какой-нибудь способ есть? Вот эти три достаточно сложные, звучат трудно. Есть еще что-нибудь? So Krishna says, other way. Let them hear. If they're given the opportunity to hear, then they can understand. И тогда Господь Кришна говорит: дайте им послушать. Если они получат возможность слушать, то тогда они смогут. So this is what our Krishna conscious movement is all about. И вот это и есть наше движение сознания Кришны. Right? This verse focuses on Prabhupada's mission. Этот текст, он сосредоточен на миссии Шрилы Прабхупады. Why did Prabhupada go to so much trouble to begin this society? Почему Шрила Прабхупада прошел через столько трудностей, чтобы начать это движение? Prabhupada was already over 70, but he left everything because he wanted to give people the chance to hear about this knowledge. Шрила Прабхупаде уже было больше 70, но тем не менее он оставил абсолютно все и отправился сюда для того, чтобы дать людям возможность услышать об этом знании. So our movement is all about letting people hear, right? Krishna says, hear from me in the 7th chapter, first verse. Поэтому суть нашего движения в том, чтобы у людей была возможность услышать. В 7 главе, в 1 стихе Кришна говорит: услышь. Right. В первых 6 главах Кришна описал ступени йоги. And he said, you know the verse? What's the verse? The highest yoga, bhakti yoga. Who know? You know this verse? И кто знает вот этот стих, в котором описывается высшая йога? Yes, you see, Bhakti Shastri student, right? Студент Бхакти Шастры. Right? Study Bhakti Shastri, you learn these things. Изучайте Бхакти Шастры, эти вещи вы учите. We used to go on walk with Prabhupada in the morning. In the morning walk with Prabhupada. He would turn to us and say, what's that verse? По утрам мы гуляли с Шрилой Прабхупадой, утренние прогулки. Он поворачивался к нам и так спрашивал, что это за стих? I'd only been in the movement one or two years. Я еще в движении всего год или два и сразу так. But Prabhupada was training us. He wanted us to learn these things. Но Прабхупада, он обучал нас. Он хотел, чтобы мы знали эти вещи. He doesn't want us just to be sentimentalists. Hare Krishna. Он не хотел, чтобы мы просто были сентименталистами вот так. He wants us to know why we're chanting Hare Krishna. Он хотел, чтобы мы знали, почему мы воспеваем Хари Кришна. He wants us to know the mission of Krishna. Он хотел, чтобы мы знали о миссии Кришны. And Prabhupada's mission not different from the mission of Krishna. И миссия Прабхупады не отлична от миссии Кришны. And so Krishna is saying here to Arjuna, he said, if people are given the chance to hear, then this can awaken them to the consciousness, to understand the super soul. И поэтому Господь Кришна говорит здесь Арджуне, что если у людей будет шанс послушать, то тогда их сознание пробудится, и они смогут познать сверхдушу. And Prabhupada writes in the purport how Lord Chaitanya gave great importance to this hearing process. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Господь Чайтанья придавал особую важность процессу слушания. Right, I told you in the 7th chapter, Krishna said to Arjuna, "Now hear from me, Arjuna." Krishna is beginning his description of bhakti yoga. И как я вам сказал ранее, в 7 главе Кришна говорит Арджуне: "Теперь же послушай меня." То есть Кришна начинает описывать процесс бхакти йоги. Right, bhakti yoga begins shravanam kirtan. Right, the first thing is to hear. And then the kirtan comes. И то есть бхакти-йога начинается с шравана киртаном, то есть вначале послушать, а потом уже киртан идет. So very important. We want to hear, we have to hear, and we want to also let other people hear.
Таким образом, это очень важно. Мы должны послушать, но затем мы также хотим, чтобы и другие также услышали. Of course, not everybody likes that. They say, oh, you Hare Krishna people, we're always listening to you. Конечно, не всем это нравится, и они вот говорят, то, что вы, люди Hare Krishna, постоянно хотите, чтобы мы вас слушали. The whole internet's full with Hare Krishna people. Весь интернет переполнен людьми Hare Krishna. The whole YouTube is all Hare Krishna people. Весь YouTube — это люди Hare Krishna. I get tired of hearing you Hare Krishna people. Уже устал слушать вас постоянно, люди Hare Krishna. Well, we're sorry, but this is our business. This is our job to let you hear. Ну уж вы извините, но такова наша задача, такова наша деятельность и работа состоит в том, чтобы у вас была возможность услышать. Because you're so dumb. Потому что вы настолько тупы, that you don't understand philosophy. Что вы не понимаете философию. So we just want you to hear, just hear what we say. Поэтому мы хотим, чтобы вы просто слушайте, что мы говорим. And one day you will also understand that we're not the body, that we're all souls. И в какой-то день вы также поймете то, что мы не тело, мы душа. And within this body there's another soul, the super soul. И в этом теле также находится другая душа, сверхдуша. And we have to surrender to that super soul. И мы должны предаться этой сверхдуше. Right? Not just only, oh, there's another soul. Oh, very good. No, we have to surrender to that other soul. Не просто то, что, о, еще одна душа, ну очень хорошо. Нет, мы должны предаться ей. So Krishna is explaining to us hearing very important. Поэтому Кришна объясняет нам то, что слушать очень важно. So Lord Chaitanya met with Ramananda Rai on the banks of the Godavari. Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем на берегах Годавари. If you go to Rajamandri, we have an ISKCON temple at Rajamandri. Если вы отправитесь в Раджамандри, у нас там есть исконовский храм. Have you been there? Вы были там? Yeah. So right across the Godavari, right across on the other side of Godavari, is the place where Lord Chaitanya met with Ramananda Rai. И вот как раз на другом берегу Годавари это и есть то место, где Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем. Did you go there? Вы были там? Yeah, Gaudiamat temple is there. Там находится храм Гаудиаматха. Right? Bhaktisiddhanta Sarasvati had gone there. Bhaktisiddhanta Sarasvati был там. So they established a small Gaudiamat temple there. И они установили небольшой храм Гаудиаматха в этом месте. It's a holy place. Это святое место. So Ramananda Rai is with Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya is asking him questions. Таким образом, Рамананда Рай находится с Господом Чайтаньей, и Господь Чайтанья задает ему вопросы. Ramananda Rai said, "Just a minute." He said, "You're the sannyasi. You're the Brahmin. I'm not Brahmin. I'm a low-class person. I'm a grihastha. I'm not renounced. You're the renounced man. You're the sannyasi. I should question you." И Рамананда Рай говорит, минуточку, это вы же саньяси, вы же отреченные, а я наоборот низкого класса человек, я грехастха, у меня семья, у меня привязанности, это я должен вам задавать вопросы. But Lord Chaitanya said, Kiba vipra kiba nasi sudra kinnai, ye Krishna tadvavet se guru hai. Lord Chaitanya is telling Ramananda Rai, doesn't matter what is your ashram. Doesn't matter what position in society you are. If you know the science of Krishna, if you know Krishna Tattva, then you can become guru. Но Господь Чайтанья отвечает, неважно, какое у тебя ашрам, какое у тебя положение в обществе, если ты знаешь науку о Кришне, Кришна Таттву, то ты можешь быть гуру. Ей Кришна Таттвавит, Кришна Таттвавит, сей гуру хай. So we have to know the science of Krishna. Then you can teach the whole world. Таким образом, мы должны знать вот эту науку о Кришне, и затем мы можем обучать весь мир. So Lord Chaitanya he taught this science. Everybody else thought before Lord Chaitanya, you have to be a Brahmin, you have to be a sannyasi. И таким образом, Господь Чайтанья, он как раз и обучал этой науке. До Господа Чайтаньи все думали то, что нет, нужно быть только брахманом или только саньяси. No, not true. Not necessary. Нет, не так, не обязательно. You just have to know the science of Krishna. Просто нужно знать науку о Кришне. And Ramananda Rai, he really knew the science of Krishna. И Рамананда Рай, он поистине знал науку о Кришне. So Lord Chaitanya asked him, "Please give me some verse from the scriptures about the goal of life."
И тогда Господь Чайтанья попросил его: «Пожалуйста, скажи мне какой-нибудь стих из Писаний о цели жизни». So Ramananda Roy quoted a verse from the Puranas, which says, Varnashramacharampurushena parapuman vishnorarajatepumam. In the verse in the Padma Purana says, if you follow the Varnashram, then that is pleasing to the Lord and you get perfection in life. И затем Рамананда Рай, он процитировал стих из Падма Пураны, в которой говорится, то, что если вы следуете варнашраме, то это будет доставлять удовлетворение Господу. But Lord Chaitanya said, well, that's not so important. That is external. Но Господь Чайтанья ответил, это на самом деле не так важно, это все внешнее. Yeah, somebody may be externally, they may be a good brahmachari, or a good grihastha, or a good vanaprastha, or a good sannyasi, but doesn't mean they're devotees. Господь Чайтанья сказал то, что внешне кто-то может быть хорошим брахмачари, грихасхой, ванапрасхой, саньяси, но это не означает то, что они преданные. They can be very strict in following Varnashram, but they may have no knowledge of God. Они, возможно, очень строго будут следовать Варнашраме, но и не иметь никакого знания о Боге. Lord Chaitanya came to teach about Krishna. Господь Чайтанья пришел, чтобы обучать о Кришне. He wants to awaken people to the goal of life. Он хотел пробудить людей, чтобы они достигли цели жизни. The goal of life is not just to follow Varnashram. Цель жизни совсем не в том, чтобы просто следовать Варнашраме. Of course, Lord Chaitanya, he followed Varnashram very strictly. Конечно же, Господь Чайтанья очень строго следовал Варнашраме. He was a very strict grihastha. And he was a very strict sannyasi. Он был очень строгим грихасхой и также был очень строгим саньяси. So he didn't neglect Varnashram. Он не пренебрегал Варнашрамой. But it's not the goal of life. Но это не цель жизни. Right? You have to follow Varnashram 100 births, and then before you can take birth in the planet Brahmaloka. Варнашраме нужно следовать 100 жизней, чтобы просто получить возможность родиться на Брахмалоке. So just following Varnashram is external. Lord Chaitanya told Ramananda, go on. Таким образом, следовать Варнашраме это просто внешнее. И Господь Чайтанья сказал Рамананда Рай, продолжай. So then Ramananda Rai quotes a verse from the Bhagavad Gita. Yad karoshi yajashnasi yajjahosi dadasi yad yad tapasyastu kuntiya tat kurushvamad arpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities, should be done as an offering to me. И затем Рамананда Рай процитировал стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится то, что все, что бы ты ни делал, о чем бы ты ни думал, и какие бы подношения ты ни совершал, все это должно делаться как подношение мне. So Ramananda Rai was saying that this karma arpana, offering the results of our work, this could be the goal of life. И затем Рамананда Рай говорит, то, что получается карма арпана, то есть когда мы предлагаем результаты нашей деятельности, это и есть цель жизни. But Lord Chaitanya said, mm-mm. Но Господь Чайтанья сказал, нет. Not very good. Не очень хорошо. Why? Because someone may offer to Krishna, someone may offer it to Ganesh. Because you're not attached to the result, you're offering to someone, karma arpana. You're offering the results of your work. Who do you offer the results to? Почему не очень хорошо? Потому что кто-то может это предлагать Господу Кришне, а кто-нибудь решит Ганеше. То есть предлагать результаты, но кому? Oh, I give the results of my work to Mother Teresa. Oh, I give the results of my work to Lord Shiva. Я вот результаты своей деятельности предлагаю матушке Терезе, а я вот все жертвую Господу Шиве. No, everybody has their different worshipable deities. У всех есть свои различные божества для поклонения. We know in Hindu society people have many gods. Мы знаем то, что в обществе хинду у них очень много богов. And they're thinking they're all the supreme. Who is the god? Oh, they're all the god. И они все думают, что они все верховные боги. Спросишь их, кто бог? Вот они все бог. So you may not be attached to the results of the work,
But you have to know who to offer the result to. Поэтому, возможно, вы не привязаны к результатам своей деятельности, но вы должны знать, кому предлагать результаты. So Lord Chaitanya told Ramananda Roy, go on, give some other verse. И Господь Чайтанья сказал Рамананда Рай, продолжай, продолжай, назови еще какой-то стих. So then Ramananda Roy gave the verse from 18th chapter Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Paragyasna Mamikam Sharanam Braja. Aham tvam sarva papebhyo mokshe yashyani masuchaha. That Krishna is telling Arjuna, just give up all forms of religion and surrender to me. I will free you from all sinful reactions. Do not fear. И затем Рамананда Рай процитировал стих из 18 главы Бхагавад-гиты, в которой Кришна говорит, оставь все виды религии и просто предайся мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего. Now that's an important verse in Bhagavad-gita. Это важный стих из Бхагавад-гиты. And it comes at the end of the Bhagavad-gita. И этот стих приходит в конце Бхагавад-гиты. So we may think, oh, well, that must be the goal. Ну, мы можем подумать, ну да, это, наверное, есть цель. But Lord Chaitanya said, no. Но Господь Чайтанья сказал, нет. Not enough. Недостаточно. Many people surrender, but they have their motives why they're surrendering. Многие люди, они предаются, но у них есть свои мотивы, почему они предаются. The one man came in Hong Kong, came to Prabhupada, Indian man, said, Swamiji, Swamiji, I want to take sannyas. Один человек, индус, пришел на даршан к Шриле Прабхупаде, когда он находился в Гонконге, и сказал, Свамиджи, я бы хотел получить саньясу. Prabhupada looked at him and said, oh, you want to take sannyas? Why is it you want to take sannyas? И Прабхупада сказал, о, да, ты хочешь принять саньясу? А почему же? The man said, oh, that wife of mine and four kids at home is impossible. Please give me sannyas. И этот мужчина ответил, у меня вот эта жена дома и четверо детей, с ними просто невозможно. Пожалуйста, дайте мне саньясу. People have their reasons why they want to take sannyas. У людей есть свои причины, почему они хотят принять саньясу. That is not a good reason. Это не хорошая причина. People come to Hare Krishna. I want to surrender to Krishna. Люди приходят к Харе Кришне, говорят, я хочу предаться Кришне. Why? Почему? Why you want? Почему хотите? Well, you've got nice food here, and I need a place to stay. Но у вас тут пища вкусная, и мне нужно место, где бы поспать. So I thought I would surrender to Krishna. И вот я подумал, я, наверное, предамся Кришне. That's not very good. Это не очень хорошо. Sorry, you have to do better than that. You want to join the Krishna consciousness movement. Уж извините, но должны действовать каким-то образом получше, если хотите присоединиться к движению сознания Кришны. So people do surrender for these kind of reasons. Таким образом люди предаются из-за таких различного рода причин. That is not the goal of life. И это не цель жизни. Therefore, Lord Chaitanya told Ramananda Rai, "Go on." И поэтому Господь Чайтанья сказал Рамананда Рай, продолжай. Give some other verse. Дай еще другой стих. So, Ramananda Rai quoted again from Bhagavad Gita, "Brahmabhuta prasannatma na sochati na kanchati sama sarveshu bhuteshu mat bhaktim labhate param." И Рамананда Рай процитировал снова Бхагавад Гиту. So we have had Ramananda Rai began with Varnashram, following Varnashram. И таким образом Рамананда Рай он начал с Варнашрама. And then he came. Next one was surrendering the results of our work. Затем следующее было это предлагать результаты нашей деятельности. And then the next one was Swadharma Tyag, giving up all of our work, all of our duties. Затем свадхарма, то есть когда мы отдаем все результаты нашей деятельности, все наши обязанности. They were not satisfying Lord Chaitanya. И это не удовлетворило Господа Чайтанью. So then Ramananda Rai quoted this one, Brahma Bhuta Prasannatma.
One who comes to the Brahman platform, he's a joyful soul. He does not hanker or lament for anything. И затем он процитировал этот стих, в котором говорится, то, что та личность, которая достигает уровня Брахмана, она пребывает в счастье, она не горюет, не сожалеет ни о чем. In that stage he comes to devotional service. И в этой стадии эта личность подходит к преданному служению. However, Lord Chaitanya rejected this verse because he said, this is not pure devotion. Но, тем не менее, Господь Чайтанья отверг этот стих. Он сказал, это не чистая преданность. Потому что здесь присутствует тенденция по направлению к имперсонализму. Просто того, что я добрался до Брахмана, я Брахман, очень хорошо. We don't just want to become one with the Brahman, we want to serve the Supreme Brahman. Мы не хотим просто слиться с Брахманом, мы хотим служить Верховному Брахману. All right, the impersonalists, they all want to merge, Sayujya Mukti, becoming one with the Brahman. Имперсоналисты, они хотят всего-навсего слиться, стать одним с Брахманом. Giving up the identity and just becoming one, entering into the oneness. Оставить все отождествление и просто погрузиться в единство. You know, they give the example like the rivers flow into the ocean. The rivers become one with the ocean. Они часто дают такой пример, подобно тому, как реки воссоединяются с океаном, когда входят в него. So we should flow into the ocean and become one with the Brahman, enter into the oneness. И таким образом мы должны также слиться с океаном, стать едины с Брахманом, с единством. That is impersonalism. That is not our philosophy. Это имперсонализм, это не наша философия. Right? Within the river there are many living entities, there are many fish, many aquatics. And they go deep into the ocean. They don't become one with the ocean. В реке также находится очень много рыб и других существ, и они также входят в океан, но они не становятся едины с океаном. They keep their individual identity. Они поддерживают свою единую личность. Jiva Goswami gives the example. He said, just like the green bird goes into the green tree. И Джива Госвами, он дает такой пример. Подобно тому, как зеленая птица подлетает к зеленому дереву. You see that in Vrindavan a lot. You see a lot of green parrots, right? You see them, they fly into the green tree, they merge in the... You don't know where they went. Во Вриндаване это вы можете часто заметить, как зеленые попугаи летят в сторону дерева и потом входят в него, и вы не знаете даже, где они сейчас. They enter into the green tree to eat the fruit of the tree, not to become one with the tree. Они входят, подлетают к этому дереву для того, чтобы вкусить плодов этого дерева, а не для того, чтобы слиться с ним. So in the same way, we come to the Brahman for devotional service, rendering service to the Supreme Brahman. Подобным образом мы погружаемся, входим в Брахман для того, чтобы выполнять служение Верховному Брахману. So we don't just want to only come to the Brahman to enjoy the Brahman. Мы не хотим просто войти в Брахман для того, чтобы наслаждаться им. That is bhakti mishra. That is gyana mishra bhakti. Это называется гьяна мишра бхакти. It is devotion mixed with knowledge. Это когда преданность она смешана с знанием. But Lord Chaitanya came to preach pure devotional service. Но Господь Чайтанья пришел для того, чтобы обучать чистое преданное служение. So he tells Ramanandarai, go on. И тогда он говорит Раманандарай, продолжай. So Ramanandarai has another verse. И у Раманандарай есть еще стих. Шримад Бхагаватам. Из Шримад Бхагаватам. Гьяне прая саммуда пасья наманта эва Дживанти санмукаритам бавадия бартам Стане стита шрути гатан танван манобир Ye prayaso jita jipto piyasita ishtrilokyam. Verse spoken by Lord Brahma in the 10th canto Srimad Bhagavatam.
Lord Brahma is offering his prayers to Lord Krishna. Этот стих произнес Господь Брахма в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Он предлагает свои молитвы Господу Кришне. Very important verse for all of us. Очень важный стих для всех нас. Lord Brahma is saying that one who associates with devotees, hearing and chanting the glories of the Supreme Lord, is actually in the highest stage of Krishna consciousness. И Господь Брахма говорит то, что тот, кто общается с преданными, воспевает и слушает имена Господа, он занимает самое высочайшее положение. Lord Brahma said, you don't have to change your position. You can remain in whatever situation you're in. И Господь Брахма также говорит то, что вам не нужно менять свою ситуацию. Оставайтесь просто в том положении, в котором вы есть. Sometimes people think, I have to become a sannyasi, I have to renounce. Lord Chaitanya quotes Srimad Bhagavatam, stane stita, just stay in your position. Иногда люди думают, что вот, я должен стать саньяси, от всего отречься. Но Господь Чайтанья цитирует Шримад Бхагаватам и говорит, оставайтесь в своем положении, где вы находитесь. Hear about Krishna in the association of devotees. И просто слушайте о Кришне в обществе преданных. And in this way you can conquer Krishna. И таким образом вы сможете победить Кришну. Krishna is Аджита, he's never conquered, he's unconquerable. Кришна, он известен как Аджита, непобедимый. But he becomes conquered by that devotee who stays in his position and simply hears about him in the association of devotees. Но его побеждает тот преданный, который просто остается в своем положении и просто слушает о Кришне. So when Lord Chaitanya heard this verse, he said, "Ah." Now this is very nice. И поэтому, когда Господь Чайтанья услышал этот стих, он сказал: "Ну да, сейчас вот это очень хорошо." Now let us go on from this point. И теперь давай продолжать двигаться дальше с этого момента. And then Lord Chaitanya went on to direct Lord Ramananda Rai to explain all the different levels of devotional service, pure devotional service. И затем после этого Господь Чайтанья направлял Рамананда Раю, и он объяснял различные уровни преданного служения. There are many different levels of pure devotion. Есть различные уровни чистой преданности. Prabhupada said all of our devotees are pure devotees. Шрила Прабхупада сказал, все наши преданные, они чистые преданные. Everybody following the four regulative principles, chanting every day Hare Krishna, doing sadhana, that is pure devotion. Все, кто следует четырем регулирующим принципам, воспевают ежедневно, следуют садхане, это чистая преданность. They're faithful to the scriptures. They follow the teachings of the scriptures. Они верят в Писание и придерживаются их. But there are still different levels of devotees among the pure devotees. Но все равно существуют различные уровни преданных среди чистых преданных. Some people are doing sadhana bhakti, some are on bhava bhakti, and some have even reached prema bhakti. Некоторые люди заняты sadhana bhakti, а кто-то bhava bhakti, а некоторые даже достигают prema bhakti. There are kanista devotees, there are madhyam devotees, there are uttama devotees. They're all pure devotees. Есть преданные канишки, есть преданные мадьямы, есть уттамы. Они все чистые преданные. There's many different levels of devotees. Есть много различных уровней преданных. So Lord Chaitanya got Ramananda Rai to describe all the different rasas which devotees can have with Krishna. И затем Господь Чайтанья сделал так, чтобы Рамананда Рай объяснил различные расы, которые преданные могут иметь с Кришной. And then they went on to hear Lord Chaitanya guided Ramananda Rai to explain more about the position of the gopis and of all the gopis, the best of the gopis, Shrimati Radharani. И затем Господь Чайтанья направил Рамананда Раю на то, чтобы он объяснил положение гопи и среди всех гопи положение самой величайшей гопи, Шримати Радхарани. So in this way, Lord Chaitanya showed us the importance about hearing about Krishna. Таким образом, Господь Чайтанья продемонстрировал нам важность того, чтобы мы слушали о Кришне. And to facilitate our hearing about Krishna, Prabhupada wrote so many books and spent so much time giving lectures and speaking. И чтобы
дать нам возможность слушать. Шрила Прабхупада написал столько много книг, столько много лекций дал для нас. Tamal Krishna Goswami was writing a thesis. He was actually working for his PhD, and he was writing his thesis about Srila Prabhupada. Tamal Krishna Goswami, он трудился над своим тезисом, он на самом деле трудился над докторской, чтобы его получить, и он писал о Шриле Прабхупаде. So in his thesis he explains, he said that Srila Prabhupada spoke so much and he wrote so much, and there's just so, it's just so much, there's so much volume, it's such a huge volume that it's impossible for us to present everything which Prabhupada had given. И в своей докторской диссертации Тамал Кришна Махарадж пишет то, что на самом деле Шрила Прабхупада написал такое огромное количество литературы, то, что для меня не будет возможным это все здесь представить. You know, sometimes when we want to hear about the Goswamis or some great devotees in the past, we don't know very much about them. Иногда, когда мы хотим услышать о каких-либо Госвами или великих преданных прошлого, мы не слишком много о них знаем. But with Srila Prabhupada, we know so much about. Но с Шрилой Прабхупадой мы знаем столько много. Because not only does Srila Prabhupada teach so much, but everybody practically who associated with him, they wrote also about Prabhupada. Потому что не только то, что Шрила Прабхупада обучил нас столькому всему, но также все те, кто были с ним, они также написали очень многое о Шриле Прабхупаде. So this is our good fortune, that we have so much opportunity for hearing. И таким образом, это наша благая удача, то, что у нас столько много возможностей для слушания. And if we have no interest to hear, what should we do? А если у нас нет интереса слушать, то что мы должны делать? Well, Srimad Bhagavatam describes what we should do. Srimad Bhagavatam описывает, что мы должны делать в таком случае. Сушушроша даданашья васудев катаручи шанмахатсевая випра пуньятирта нишеванат. By rendering service to the pure devotees who are free of sin, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Исполняя служение к чистым преданным, которые свободны от греха, исполняется величайшее служение. За счет этого личность очищается и получает возможность преданного служения. Right. Just like I remember when I was a new devotee, you know, go to class, I would fall asleep, you know, I couldn't stay awake. Я помню, когда я был начинающим преданным и ходил на лекции, не мог там находиться, постоянно засыпал. So a temple commander came and said, "Hey, Prabhu, go down to the kitchen, help cut the vegetables." Тогда комендант храма ко мне как-то подошел и сказал: "Прабу, пойдемте-ка, помогите порезать овощи на кухне." So, you know, wipe my eyes, wake up a bit, okay, go down to the kitchen, and then every morning I'd be in the kitchen cutting the vegetables. Ну, я сразу протер глаза, проснулся, ага, и отправился на кухню. Теперь каждое утро я резал овощи там. И я как-то спросил, у меня вообще не будет возможность на лекции-то ходить? А он мне ответил, тебе не надо ходить на лекции, ты все равно там спишь. Better you do some service. Лучше исполняй какое-то служение. Do service, you awaken a taste for hearing. Если будешь исполнять служение, то разовьешь вкус к слушанию. So the more we do service, the more we develop the taste for hearing. Таким образом, чем больше мы исполняем служение, тем больше мы развиваем вкус к слушанию. But this verse is speaking that we want to give everybody the chance to hear. И этот стих говорит о том, что мы хотим дать каждому возможность услышать. We don't know who will accept. Мы не знаем, кто это примет. But we want to make great efforts with all of our program, you know, Rathiatras, big temples, festivals. It's to give people the chance to hear. Но мы хотим приложить усилия. Для чего мы делаем эти все большие программы, фестивали, радхаятры, храмы мы строим? Для того, чтобы у людей был шанс услышать. We don't want people just to come only and see. Мы не хотим, чтобы люди просто приходили и смотрели. The important part is the hearing process. Важная часть — это процесс слушания. And they need to hear about Krishna. And Krishna's pastimes, and Krishna's activity, Krishna's mission,
Krishna's energies, Krishna's incarnations, everything in relation to Krishna. Им нужно услышать о Кришне, о его деятельности, о его играх, о его инкарнациях, абсолютно все о Кришне, его миссии. We don't want them to get lost in their own culture, social culture, worshiping Kali and Durga. Мы не хотим, чтобы они потерялись в своей социальной культуре, в которой они поклоняются там Кали или Дурге. That's their Bengali culture. Это их бенгальская культура. But if they go higher, can understand what is the real dharma, what is the sanatan dharma, the eternal religion. Но если они поднимутся выше и поймут, что есть дхарма, санатана дхарма, вечная религия. So our Krishna consciousness movement is meant for this purpose. И наше движение, движение сознания Кришны, оно предназначено для этой цели. We make so many different programs, the Bhakti Briksha program. Just now there's a group of people here from Calcutta, they're all in the Bhakti Briksha group. Мы делаем, совершаем столько много различных программ. Бхакти Врикша. Вот сейчас приехала большая группа Бхакти Врикша из Калькутты. I heard in Moscow also there's so many Bhakti Briksha groups there. Я слышал также в Москве очень много групп Бхакти Врикши. They told me every subway station there's a Bhakti Briksha group. Мне сказали то, что на каждой станции метро есть группа Бхакти Врикши. All right, no. Ну, понимаете. Well. That should be the goal. We want to develop. Вот такова должна быть цель. Мы хотим развивать. Right. We need to make more programs to give more people the opportunity to hear about Krishna. Мы должны делать больше программ, давать людям больше возможностей услышать о Кришне. And we can see so many people coming here. Мы можем заметить, как много людей приходят сюда. So Prabhupada was very concerned. That we would all, that they would all hear, they'd be given a chance to hear about Krishna. И Прабхупада очень хотел, чтобы у людей была возможность услышать о Кришне. We don't want them to just come here and play with a ball. Мы не хотим, чтобы они просто приходили сюда и там пинали мяч. We want them to get some understanding, to hear about Krishna and Lord Chaitanya, who was Lord Chaitanya, why Lord Chaitanya is so important. Мы хотим, чтобы они получили какое-то понимание, услышали о Господе Кришне, о Господе Чайтане, узнали, кто такой Господь Чайтанья, почему он настолько важен. So we're finding more and more there are devotees everywhere. Мы можем заметить, преданных становится больше и больше повсюду. But they're simply waiting for us to come. И есть те, кто также ждут, чтобы мы просто приехали. They're waiting for us. They have to hear first. Им нужно вначале услышать. So our mission, our duty is to go and whatever we know, we try to tell them about Krishna. И таким образом наша миссия, наша обязанность состоит в том, чтобы мы отправлялись и то, что мы знаем о Кришне, мы делились этим с ними. Lord Chaitanya told the Brahmana from Kurmadesh. The Brahmana from Kurmadesh said. Яри деки тари кого Кришну упадеш. Господь Чайтанья сказал Брахману из Курма, кшетры. Right, that Brahmana from Kurma, he wanted to leave his home and go with Lord Chaitanya. Этот Брахмана из Курма Деши, он хотел оставить свой дом и отправиться с Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya said, no, this is not the way. Господь Чайтанья сказал, не, путь не такой. He said, "You should stay here and tell people about Krishna." Ты должен оставаться здесь и рассказывать людям о Кришне. This way you become the spiritual master. This way you save the world. Таким образом ты становишься духовным учителем. Таким образом ты спасаешь мир. So our Krishna consciousness movement is very practical. This is the teachings of Lord Chaitanya, the same message Lord Krishna gave. Таким образом, наше движение сознания Кришны очень практичное. Эти учения Господа Чайтаньи, то же самое говорил Господь Кришна. Lord Chaitanya, Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. Arjuna has four wives, is it? Господь Кришна поведал Бхагавад Гиту Арджуне. У Арджуны четыре же жены. Arjuna is not a sannyasi. Он же не саньяси. But he's a devotee and he's a friend of Krishna. Но он преданный, он друг Кришны. So
The external position is not important. Таким образом, внешнее положение не важно. We have to see the heart. Мы должны видеть сердце. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes, Prabhu. Я хотел спросить, когда вот лучше повторять махамантру, да, утром, да, и какое количество кругов желательно прочесть с утра, да, или лучше, или можно читать мантру в любое время, как мы, и внимательно или нет? I wanted to ask regarding chanting of the Mahamantra, when it is the best time to chant, how many rounds is better to complete in the morning, and if we don't, is it okay to chant inattentively, or... Well, Lord Chaitanya said there are no hard and fast rules in chanting the Mahamantra. Господь Чайтанья говорит, что нету определенных правил для повторения Махамантры. In the Шикшаштикам, it says like that. Он в Шикшаштике во втором стихе говорит об этом. Нам намакари бахуда нидже сарвашактис татрарпитани ямитас маранина кла итадриши тва крипа бхагаван мамапи дурдайва мидришами хачанинану. Krishna has given many names to chant. Кришна дал различные имена для повторения. And there are no hard and fast rules. И нету каких-то жестких правил. But generally, we do encourage devotees to try to chant early in the morning. Но обычно мы вдохновляем преданных на то, чтобы они воспевали рано утром. There's a reason for that. И есть причина в этом. This auspicious time of the day. Это благоприятное время дня. There's a day in the period in the morning called Brahma Muhurta, which is 1.5 hours before sunrise. Есть период утром, который называется Брахма Мухурта, и он идет за 1.5 часа до рассвета. So that's when usually when we have Mangal Arti. И как раз в это время обычно у нас проходит Мангал Арати. Right, Mangal means auspicious. Мангала значит благоприятный. It's a very powerful spiritual time in the day. Это очень могущественное духовное время дня. So devotees like to take advantage of that morning time, early morning, to chant the holy name. И преданные хотят воспользоваться этой возможностью и воспевать святое имя рано утром. Now, if you look at other religious traditions, they also wake up early in the morning. Если вы посмотрите на другие религиозные традиции, то вы заметите то, что они также просыпаются рано утром. You go to the Buddhist temples, you see the monks there, you know, they all wake up 4 o'clock in the morning. Вы отправитесь в буддийские монастыри, храмы, и увидите то, что монахи также просыпаются там утром в 4 утра. If there's a mosque nearby, you hear the early morning prayers. They do early morning prayers about 4:30. Если здесь мечеть будет неподалеку, то вы услышите то, что они также начинают утренние молитвы в районе 4:30. And similarly, the Christians, they have early morning mass. И также у христиан есть ранняя утренняя служба. And Prabhupada wrote so many letters to devotees, encouraged them, please. Wake up by 4 o'clock in the morning. И Шрила Прабхупада написал очень много писем преданным, где он вдохновлял их на то, что, пожалуйста, просыпайтесь в районе 4 утра. So you're going to get up at 4 o'clock in the morning. What are you going to do? Если вы проснетесь в 4 часа утра, то что вы будете делать? You're going to cook? Готовить? I hope not. Надеюсь, нет. Early, he wants us up early in the morning. It's the time to chant. Он хотел, чтобы мы просыпались рано утром для того, чтобы мы воспевали. Our first business in the day is to chant, to do our chanting. Наша первая задача дня – это выполнить воспевание. Before we do our reading, we should do our chanting. До того, как мы начнем читать, мы должны закончить воспевание. So, you know, that's the point. Таков момент. Right? If you can do the chanting early, you know, you may be working, you may be very busy in the early morning. Some people have these kind of jobs, you know, no other way. They have to work very early in the morning. They don't get time to chant. Okay, then you have to chant when you come home, but it's not very good. Конечно, у кого-то может быть такой род деятельности, такая работа, то, что должен рано утром отправляться, и нету возможности утром воспевать. Ну, ладно, в таком случае воспевайте днем, но это уже не очень хорошо. It's more difficult to chant as the day goes on. Труднее днем воспевать, по мере того, как день продвигается.
But if you get up early in the morning, it's a better time. Но если вы проснулись рано утром, то это лучшее время. You understand? Понимаете? Yeah. Понимай. Thank you very much for introduction. Пожалуйста, вот такой вопрос. Если, ну вот Махарадж привел пример, да, с тем, что знание не входит, засыпаешь там, например, да, на, ну, надо, значит, пойти послужить, да, то есть есть текст вот этот 1.2.16, что служа чистым преданным, мы обретаем вкус. Насколько это вот практично, ну, вообще в повседневной жизни, то есть это можно как правило использовать вообще? То есть если ты видишь, что ну, нет концентрации, нужно идти, значит, что-то практическое делать. Like you mentioned in your example that when we cannot hear, then we should go and do the practical service, as it mentioned in Bhagavatam also. How practical is this example, and can we actually apply it in our daily life, whenever? Yes. Well, this is a statement of the scriptures, that we can develop the taste by serving the pure devotees. Таковы писания. Они говорят то, что мы можем развить вкус, служа чистым преданным. Right, this point is made in many places in the scriptures. И эта часть описывается очень часто в различных местах в писаниях. By doing service for the great souls, it opens the doors to liberation. За счет служения великим душам ворота освобождения открываются. Right, so we develop a taste for hearing. When we get that taste by doing service, it helps us to develop a taste for hearing. Таким образом, исполняя служение, это помогает нам развить вкус к слушанию. It's a very powerful process. Это очень могущественный процесс. Just try it. Просто попробуйте. Go and serve some great devotee. Идите и служите какому-то великому преданному. And you'll get a lot of blessing. И вы получите очень много благословений. You'll get a taste to hear. Вы получите вкус к слушанию. Is it the same if we just serve Srila Prabhupada? Means if we serve to Srila Prabhupada, do service to him? Yes, you serve Prabhupada's movement, it's the same thing. Да, если вы служите движению Шрилы Прабхупады, это то же самое. Right. Prabhupada is not personally present, but if you serve his movement, will have the same effect. Да, Прабхупада лично не присутствует, но если вы будете служить его движению, то это будет иметь такой же эффект. And you'll see that those devotees who are doing really great service, that they did a lot of service for the movement. И вы заметите то, что те преданные, которые исполняют великие большие служения, они уже до этого очень много служения выполнили. Because they spent so much time so faithfully serving the movement, they have a great taste for hearing. И так как они посвятили огромное количество времени служению движению, то они имеют большой вкус к слушанию. So don't think it's a waste of time. Поэтому не думайте, то, что это трата времени. Okay. Yes, Prabhu, question? Вопрос? Спасибо большое за лекцию. В нашей практике есть дикша-гуру и шикша-гуру. И к выбору шикша-гуру, к шикша-гуру мы должны подойти, то есть мы должны спросить благословение у дикша-гуру или... Ну, как-то самостоятельно этим вопросом заниматься. In our practice we have Diksha and Shiksha Gurus, and in accepting Shiksha Guru, we can manage it by ourselves, or we must approach Diksha Guru for permission? Well, it depends on the Shiksha, on the Diksha Guru. Some people may prefer that you first of all get permission from them, and other Diksha Gurus may not be so concerned. Зависит от Дикша Гуру. Некоторые будут предпочитать, чтобы вы получили вначале разрешение, благословение от них, а других это не слишком заботит. Some people
there are some diksha gurus, they think, you know, I can give you all the shiksha, why you need to go to somebody else? Некоторые дикша гуру могут вам сказать, что я и так даю тебе всю шикшу, зачем тебе кому-либо отправляться? But we know now in the ISKCON disciple course, we are encouraged that we should have shiksha guru. Но мы знаем, в нашем курсе ученика в Исконе нас поощряют, вдохновляют на то, чтобы у нас был шикша гуру. Of course, the primary, most essential shiksha guru is Srila Prabhupada. Конечно же, главный, главенствующий шикша гуру — это Шрила Прабхупада. And the purpose of taking initiation from another person is to connect us more fully to Srila Prabhupada. И процесс принятия инициации у другой личности — это для того, чтобы мы были связаны с Шрила Прабхупадой. Right. So you want to have a living shiksha guru? Вы хотите, чтобы у вас был живой шикша гуру? So generally, before we take initiation, we will have several shiksha gurus. Поэтому обычно до того, как мы принимаем инициацию, у нас будет несколько шикша гуру. And from these shiksha gurus, one will become more prominent in our life. И из этих шикша гуру один из них станет более значимым в нашей жизни. So that person should become the diksha guru. И эта личность должна стать дикша гуру. This is how initiation should work. Таким образом должна работать инициация. But often people get initiation, and after they're initiated, then they think about taking shiksha gurus. Но очень часто люди вначале получают инициацию, и уже после инициации они задумываются о том, то что мне нужен шикша гуру. You're supposed to have shiksha gurus before. Вы должны иметь шикша гуру до инициации. And then one is prominent and becomes a diksha guru. И затем один, который больше выделяется, он становится дикшей. But even after diksha, we still need the shiksha gurus. Но даже после дикши мы нуждаемся в шикша гуру. Because we don't get a lot of association with the diksha guru. Потому что мы не получаем много общения с дикша гуру. So best is that the diksha guru also approves the other shiksha gurus. Поэтому, конечно, в лучшее это когда дикша гуру одобряет других шикша гуру. Definitely don't want to go outside of ISKCON. Ну, конечно, уж точно не хотелось бы, чтобы выходили за пределы ISKCON. Taking shiksha, you should take shiksha from people within ISKCON. Если принимать шикшу, то принимайте шикшу от людей в ISKCON-е. So there should be no contradiction between the instructions. Чтобы не было противоречий между наставлениями. Everyone's a follower of Srila Prabhupada. Все последователи Шрилы Прабхупады. And you can always have more, add more shiksha gurus. You want to have more, maybe someone stops coming or you lose contact with one of the shiksha guru, you want to get another shiksha guru, someone else is coming, so it could be included also. И поэтому можно иметь много шикша гуру, кто-то перестал приезжать или с кем-то вы потеряли связь, контакт, то есть можно другого шикша гуру. No harm to have more shiksha guru. Нет ничего плохого иметь больше шикша гуру. And if you get the blessing of your diksha guru as well, it's very good. Если вы получаете также благословение своего дикша гуру, то очень хорошо. Sometimes you can just tell your diksha guru that I'm also taking shiksha from this other devotee. Вы просто можете сказать дикша гуру то, что я принимаю шикшу также от этого преданного. Diksha guru should be pleased. И дикша гуру должен быть удовлетворен. Very nice. Очень хорошо. You're taking guidance from a senior Vaishnava. Вы получаете наставление, направление от старшего вайшнава. Should not be a problem. Не должно быть проблемой. Okay. Thank you very much, Hare Krishna. Спасибо большое, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Его милость Бхактивигна Винашна Расимха Махараджа ки. Yeah.